правда, сюда издалека вернулся. А с Арсенальной набережной. С Арсенальной набережной. Пешком пришел. Сгонял там машину в сервис, и как загнал, еще можно уже и пиво выпить. Когда мне так говорят, издалека. Я человек из Крайнего Севера, поэтому мое понимание. Насколько крайнего? Норильск, Дудинка, Дикси, Латунда. Я вот до Норильска так и не долетел. Собирался, но не получилось. Из-за нелетной погоды отменили самолет. Я решил не ждать целые сутки, а остался в Москве. Ну, скажем. Нас снимает скрытая камера, да? Я вот про это. Тяжелые условия для жизни все-таки, да? Он такой больной, ненормальный, да, у него есть цель, да, параллели, задачи, ради этого женщины. Ну вот, банальная более понятная. Женщина хотя бы более понятна. Вот. За милой на край света, да? Хотя я женщина, это... А есть север, а все остальное. Я человек просто, я живу в Москве. Ну, на самом деле, за меня. Я вот приехала, видела речку. На самом деле, север, север очень сложная. Она настолько сложная, что ее просто можно только воспринять. Да, я живу. Сейчас не очень типичная, в общем, конечно, погода. Знаете, нет. Какой температура? 11 лет здесь живу. 11 лет здесь живу. Я люблю Питер. Все 11 лет. Привет, Алексей. Нормально. Name is Alexei. Everything is right. Everything is beautiful. Russia is good? Russia is good. Я люблю. Я здесь живете? Да, ну Чайковский. Очень здорово. Я сейчас соседи. Я на Вишне Кутузова живу. Я люблю Питер. Ну, как он есть на Чайковский? Сейчас я перезвоню, хорошо? Хорошо.